Здравствуйте, дорогие друзья. Вот и начинается сезон 2019 года. Снег не сошел. Мы в критически ближайшем Подмосковье. Все здоровайтесь. Ребята, мы в Москве. Ну, правда, в Москве. Вот здесь, на этом месте, за нашей спиной фундамент. Решили мы его побить. Монет отсюда сверху много подымали, решили чуть-чуть углубиться, ребят. Вот прошлый год, да, вы когда копались? Два года назад. Вот. Ладно, сейчас будем расчищать. Посмотрим. Итак, началось. Сделали себе трон посидеть с карематика. Так, вот дерево такое вот. Вот там фундук, вот так вот фундамент идет. Сейчас мы пробьемся до туда. В принципе, и тут все звенит. Блин, где фокус-то? Что ж так темно? Вот, сейчас туда пробьемся. А, ребята, всех с праздником. 23 февраля сегодня. Всех поздравляем. Желаем здоровья, удачи. Ага. Главное здоровье. Всех саперов в запасе. Всех саперов в запасе. Как это? Огромная дивизия саперов у нас с приборами. Ну, по-моему, целая армия. Ну да. Короче, желаем здоровья, а все остальное как бы оно приложится. Так что вот так вот, с праздником. План работы? Да, начали шурфить. Сняли пока эту отсыпку, пока тишина. Вот здесь начинается кирпич по чуть-чуть. По чуть-чуть, там его, блин. Гвозди, да, кирпич. Вот сюда вот он уходит. Вот так вот. Плюшки. Так, первый сигнал адекватненький, но это не монета. Это... Как это плюшки? Сейчас сниму. На пломбу похоже. Прошу прощения. Похоже на пломбу, но это не черт знает что. Ну вот так вот все происходит. Отсыпаем. Ниже уже глина идет, пока не поймем. Да нет, ну это что? Ну давай попробуем. Ну, скорее всего, чернинка. Сейчас мы еще мяско жарить будем попозже. Вкусное. Что там? А, ну да. Это не... Железо. Попробуй. Ну, короче, как-то так. Продолжаем копаться. Этот закапываем уже. Кроме кирпича ничего нету. И гвозди. Да и гвозди немного. Так, люк там зашурфливается. В лесу, конечно, зимой охерительно. Там тоже кирпич что-то? А? Какая красота. Долбим вот эту сейчас яму, снег чистим. Стекло пошло с ятим, елки-палки, смотрите. Компания Зингер. Видно или не видно? Такая вот бутылечка. Так, мы приближаемся сюда. Он, естественно, уже один пришел. У нас, да, у нас четвертый боец. Вон он на горизонте. Да появился. Ты приди сюда, там вытряхнешься. Лыжи отбирай.
О чем много, кстати, очень лыжников. Вокруг лыжни куча, и очень-очень каждую минуту кто-то пробегает. То есть радует, что на самом деле много спортивных людей. Смотрят стало круглыми глазами по 7 копеек. А мы, да, мы тут, там лыжня, и слева лыжня вот здесь. Черти какие-то в сугробе роются. Еще нашли вот такую жбонечку. Приближу, покажу. Где фокус? Пока без монет. Пока без монет, вот такую вот. Ты где решил пробираться-то? Сань, иди по нашим следам-то, ты чё? Тут везде сугробы. Куда-то ушел не туда. На-на-на. Ну, да вот-вот, да. Да. Там не глубоко. Че не в костюме-то? А бабушку одел. Ладно, сейчас дальше будем ковырять. Вот о чем речь. Пришел главный разведчик. Душка, да? Да. Надо глубоко было? Вон там, где-то. Где-то оттуда. На, где-то происходит. Николайска. Ай, хорошо. После зимы-то. Кайф, подержать. Копа. Вот экран хороший. Глубоко, Сань? Ну вот. Вот эти тебе надо снимать нахуй. О, ну, я извиняюсь. Горелая. Горелая? И она Александровская. Изумительно. 80-го года. Там у нас мангальчик зажегся. Она, во-первых, горелая. Значит, там горелая. Факир! Кто-то ищет. А кто-то занимается всякой. Всякой. Место. Ну что-то дернем маленькой, хорошо. По весне сюда придем, к нас не пойдет. Да, Гринас? Ванна, обед по распорядку. У него хлебушек пожаренный. И в тепле, смотри. Одноразовый... Он сгорел. Да, одноразовый мангал, и это финиш. Вообще, ладно, это собирать. Вот, ладно. Доковырялись мы сегодня. Находок практически нет. Монетка только одна. Николай 903-го. Куча каких-то штучек. И бутылочка. Без горлышка, компания Зинга. Такой вот прекрасный лес, такой прекрасный 23 февраля. Всех еще раз праздником. С праздником. Поздравляем. Еще вон тот надо засыпать. О, всем спасибо, что смотрите. Всем пока. Привет, земляне. Ну да, мы же все земляне. День второй на этом же шурфе подмосковном. В прошлый раз вот здесь копошились, вот здесь копошились. Сейчас покажу. В этот раз полезем. Пришел Саня, он это место лучше всего знает. Он говорит, основное что-то было вот здесь. Вот где, вот это деревце стоит. Что надо сейчас прочиститься. Шли дожди. Снег, конечно, присел. Стал очень тяжелый. Вот, но это ничего. Вчера было 8 марта. Поэтому еще раз поздравляю всех женщин с праздником. Желаю здоровья, удачи, счастья, чтобы все легко по жизни давалось. Ну и что сами себе пожелаете. Вот. Поприветствуйте людей-то. Земляне. Я продал тарелку. Вторая тарелку летающую? Пропил? Пропил. Вот, ладно, сейчас будем чиститься. Посмотрим, что там будет. Ну, теперь привет землянам. Ну да. Там дует его ветром. Так, шашлычок сейчас поставим сосисечками. Чистим. Сверху прозванивали. Первый сигнал. Ходячка. 10 копеек. В лоточке. Нормально. Ну, хоть так.
Так, итак, первый нормальный еще один сигнал после ходячки. Царская монета. Почему? Куча гвоздей. Ну, понятно. Кстати, дно от кружки. Дно от кружки, вон оно лежит. Керамическое. Ой. А, ну да. Такая вот хреновенка. Вот и все. Вполне себе. Николая? Копейка Николаевская. Похоже. Ну да, надо будет отмачивать. Просто годы я не Весна! Вижу. Весна! Смотрите, погода какая. Дождались. Вот. Где ты, сходячку-то будешь? Там, в блюдечке лежит. Это справа, где ты стерпик. Да я отнесу, я сейчас зачем пойду. Тестируем сегодня пин Минилабовский. Хороший пин. 35-й. Мне нравится. Который с разделением чернины. Вот. Тут ни хрена не видно здесь. Что, ну, сейчас потестируем, посмотрим. Нет, просто. Но видит четко. Зелененькая. И не фантомит. Экспериментируем. Подводник, ну то есть, так же, как и морковь. Все уже. Да. А так как раньше такое. Бодрый. Ищем дальше. Так, следующая монеточка у нас. Среди гвоздей. Полкопейки, Николай. Второй сохран. Охренительно. Сейчас я найду свет. Довольно. Сфокусируется. Вот такой сохранчик. Офигенный. Какой годик? 12-й, я не вижу. 12-й. Шедевр. Неплохо пинок работает, неплохо. В Москве куда-то, да? Чего? На самом летом деле, пошурфить. Блин. Да и летом надо пошурфить. Летом надо пошурфить. Много чего надо летом поделать. Звали, звали. Нас сделали на лето. Не хотели. Да, прикольно. Давай, Любань. Сняли несколько стенок. Хорошо, когда народу много. Керамики идет очень много, битого стекла. Вот такой пыптик нашли, интересно. От чего это интересно? Что-то верховое вышло. Серьезно, вон валяется. Много железок вот этих вот, типа осколков от горшочков, блин. Да, от чашки вон. Ну, советский, да? Что там? ДФ какой-то, что-то. Вот, а, герб. Обсколок. Да, вот от бутылька. Бутылечка, да. Вот здесь что есть? Что-то есть, ну, здесь вон. А нет, просто так. Ну вот как-то так, короче. Сейчас, если найдем, что покажу. Да, так, итак. Сейчас одну стеночку обвалили. И вышел на свет божий образок, да. Ну там слова какие-то, но это... Ну, надо мыть, чистить. Ну что, Люб, короче, еще снимай один слой, да? Ну подожди, я свет найду. Еще солнышко. О, нашел. Такой вот образочек. Да сейчас верх сначала надо убрать. А я говорю, там что-то сигналит, но ладно. Так, у нас завтрак поспел. Или обед. О, шкварчут. Шкварчут. Всем приятного аппетита. Ням-ням. Ням-ням. Обед. Обед. Короче, обед. Итак. Мама, дерево. Да, оно сломано уже, к сожалению. Ну, что сделаешь, то есть, середки. Воткнем обратно, может, пойдет. Посадим. О, что-то уперся. Так, ладно, суть не в этом, короче. Продолжаем дальше. Вот такая керамика выскакивает интересная, смотрите. На солнышке. Обалденная. Была бы целая еще.
Класс. Так, и здесь, короче говоря, еще сейчас обрушили, сигналы вообще пропали. Туда чуть-чуть почистили, там посмотрели, здесь шел с трактором. Еще одна ходячка выскочила. Кто-то тут ее насыпал. А сюда попробуем. Сигнал. Ух, ни хрена себе, блин. Да не прожали, видишь? Ну здорово. Не зажатая пломба. Вот такая. Мы там мясонько жарим. Народ копается. Погода замечательная. Это 4 было этих шампура, что ли? Ну, вообще больше. Так. Новых, которые Димка покупал. А, новый, да. А. Ну так, закончился на сегодня наш поиск. Монетки есть. Есть чудесный образок. Я думаю, что вы там уже увидели все. Потому что сейчас я снимать уже смысла нет, а к видео прикрепим. Шурф закапываем. Да, шурф, да, он. Закапываем, а как же. Мы же не свиньи. Вот. Но мы сюда еще вернемся. Собираемся понемножку. Едем отдыхать. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.